Самый смешной страх и необоснованный то, что роботы отнимут у нас работу. За всех утюгов дует э, про эти нейросети. Если ты транслируешь глупость или спросил глупости, он эту глупость масштабирует. Идеальный трафик-менеджер он сейчас должен быть контент сомелье Технологии искусственного интеллекта хороши тем, что они могут построить эту систему нелинейной коммуникации с пользователем и отслеживать его действия на каждой платформе, где сейчас зарыта золотая жила. Где я бы здесь, даже нашим, поаплодировал. Сила медиа. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. На границе декабря и января а, производит какой-то бешеный всплеск различных публикаций о том, каким будет наше будущее, какие есть тренды, что будет популярно, что не популярно. На этих публикациях можно сделать вполне себе хороший трафик. Но так как мы не про трафик, а про более глубокое понимание, поэтому я отложила разговор о будущем и о трендах и о тенденциях, отложила на конец января, когда мы уже более-менее вошли в нормальный рабочий ритм, когда вот это вот энтузиазм, и эмоциональность смены года э, заканчивается и э, хотелось поговорить более спокойно и более аргументированно о том э, какие наши ожидания от будущего ну, обоснованные, а какие вот, собственно, результат наших эмоциональных всплесков. Поговорим мы об этом сегодня с Алексеем Берзявым, создателем подкаста и канала Как устроены медиа, и разработчиком продукта Give Me News, который уже прямо сейчас с помощью нейросетей поможет оптимизировать журналистам работу. Про продукт мы обязательно поговорим в конце ролика, а начале давайте возьмем общим планом картинку куда катится наш медийный мир. Алексей, для начала объясните, почему люди так озабочены темой их предсказаний будущего, даже когда мы говорим о ну, таких вроде бы материальных вещах, как развитие индустрии, технологий, зачем людям вот эти все предсказания и прогнозы? Человек... Э психологически так устроен, что ему хочется обладать пониманием того, что происходит, хочется обладать иллюзией управления тем, что происходит. Поэтому тренды – это как раз психологический инструмент самоподдержки, что если нам, мы знаем тренды, нам кажется, что вот мы будем Распределим усилия следующим образом, это приведет нас к достижению искомого результата, и мы будем счастливы, богаты, успешны и так далее. Я думаю, это вопрос психологической устойчивости. То есть, чего у нас будет в следующем году? Ну, давайте мы скажем, что вообще ничего не понятно, что будет неясно, как будет неясно, и как мы будем себя ощущать э, в этой сфере в этой ситуации но ну, нам будет страшно ну хорошо хорошо почти уговорили давайте тогда что из трендов вы обозначите да что на ваш взгляд на ваш экспертный взгляд действительно является трендом за всех утюгов дует про эти нейросети про генеративный интеллект знаете вот чтобы упаковать это в для медиа эту информацию, я бы сказал, что не просто нужен генеративный, какие-то знания генеративных моделей или возможностями управлять, а нужно смотреть на это с точки зрения медиапродукта. Что мы сейчас видим? Мы видим, что у нас у каждого человека есть 2, 3, а то и 4 устройства, девайса, с которыми мы взаимодействуем. Ну вот только сейчас передо мной лежит, значит, телефон, смартфон, ноутбук и э, десктоп, да, три устройства. Еще есть телевизор, еще бывает там два смарт-ТВ, еще бывает второй телефон. Вот уже пять устройств у там, э, человека. И не случайно появилось понятие омниканальности. Как раз э, Технологии искусственного интеллекта хороши тем, что они могут построить эту систему нелинейной коммуникации с пользователем и отслеживать его действия на каждой платформе. То есть, если я с утра залазю в телефон, а потом еду на работе, сижу в компьютере, а вечером в кафе залазю в ноутбук, то вполне возможно отследить мой, сделать трек моей активности, чтобы, скажем, предлагать мне контент, не знаю, пушами, рассылкой или э, еще каким-то образом э, в нужный момент времени, в нужном канале. И лучше, чем искусственный интеллект, с этим не справится никто. Никакие продуктологи, никакие маркетологи не сделают это лучше, чем искусственный интеллект, которому нужно просто дать достаточно информации. Это достаточно абстрактно звучит, но это то в чем я вижу перспективу. Помните, где-то у Пелевина было контент-Симилье такой. вот У него все непонятно, то ли ирония, то ли пост-ирония. Но вот этот вот контент-Симилье ⁇ это как раз тот идеальный образ управления трафиком. Идеальный трафик-менеджер, он сейчас должен быть контент-Симилье, который в нужный момент времени в нужный девайс, в нужном девайсе предложит полезный или подходящий формат контента. Вот. И вот этот вот ассамбляж форматов и нелинейной коммуникации под управлением искусственного интеллекта – это вот основной тренд, где сейчас зарыта золотая жила. Вот не бегать за трафиком, а чтобы искусственный интеллект бегал за трафиком. Вот направление, в котором бы я предложил сфокусироваться, чтобы повысить эффективность наших медиа. Для того, чтобы получить побольше кликов и внимания, и, и, и трафика, редакторы и авторы очень часто используют не совсем честные методы. И они давят на эмоции, давят на чувство вины, на страхи. Вот с точки зрения предсказания будущего, какие страхи... Которые вы видите сейчас в пространстве, в нашем индустриальном да, сообществе. Что из этого обосновано, а что из этого точно не обосновано? Самый смешной страх и необоснованный то, что роботы отнимут у нас работу. Ну, каждый, кто хоть раз, не знаю, давал задание иллюстратору на точную иллюстрацию там, с, с заданным смыслом, с заданными параметрами, знает, что такую иллюстрацию получить от э, Midjourney или кого угодно совершенно невозможно. То же самое касается производства контента. Те тексты, которые выдает чат э, ГПТ, конечно, они где-то на троечку, там, даже с минусом. И максимум, на что он годен, это собрать фактуру, может быть, там предложить структуру или там отрерайтить твой текст, но это всегда такой подмастерье, который, за которым нужен глаз до да глаз, и выпускающим редактором всегда будет человек, который, так сказать, этот текст обработан. Вот. А то, чего следует бояться, ну, это, наверное, дипфейков. Я согласен полностью с Еврокомиссией, которая ставит это, этот риск в один из первоочередных для управления. Буквально вот недавно я общался с коллегой, с партнером технологическим вот и я что-то ему там написал какую-то телегу там небольшую в телеграме и он мне присылает голосовуху я ее открываю а там дуть говорит моим голосом вот то что я ему написал то же самое дуть это значит своим я честно говоря у меня мурашки побежали вот сейчас я рассказываю мне опять они бегут то есть если моей маме там при, при, придет сообщение, что там мама, переведи мне денег. Там я попал в аварию или еще что-то, не дай бог, да, такое, то мама переведет, потому что это мой голос с моими интонациями, вот. и сделать это можно вот буквально на коленке, потому что это никакая не супер продвинутая фирма. Это человек, который ручной занимается там, озвучкой фильмов. И вот он сделал довольно такую простую вещь, довольно быстро. И Конечно, здесь вырастают риски мошеннических операций, риски какого-то шантажа, да, каких-то там вещей, которые просто ну, криминальный риск. От редакторов и авторов я достаточно часто слышу что вот эти все технологические инновации вот это все очень модное и технологическое это удел uh, крупных uh, редакций изданий, uh, очень часто нероссийских uh, медиакомпаний. вот насколько мы отстаем если можно применить такой термин да, насколько мы опаздываем внедряя подобные инструменты, которыми ну, сейчас озабочен весь медийный мир. Подкаст, как устроены медиа, приходил коммерсант, приходил РБК, они рассказывали, что они делают с технологической точки зрения. Там практически нет отставания, там есть да, эффект масштаба: у нас меньше рынок, меньше платящих подписчиков. В этом смысле изменения не такие быстрые, и мы как-то там, может быть, немножко отстаем. Вот. Но я бы не сказал, что это критическое отставание. Все эти тренды технологий, которые используются в западном медиа, используются и в российских медиа, и технологии управления э, трафиком, технологии удержания и привлечения подписчиков, они так или иначе используются. А вот гиперлокальные медиа, я бы здесь даже нашим поаплодировал. Я бы не сказал, что э, какие-нибудь там э, газеты Нью-Джерси лучше, чем какой-нибудь сайт 161.ru да, из э, Шкулев Медиа, который очень объективно, точно, быстро дают информацию. Вот, то есть разрыв между локальными медиа, западными и российскими, я бы сказал, что его вообще нет. Очень часто редакторов и авторов обвиняют в том, что у них память золотой рыбки, они не помнят, о чем писали в прошлую на прошлой неделе. И давайте опровергнем это и посмотрим, какие из прогнозов, которые казались вам обоснованными в прошлом году, что из этого сбылось, что продолжилось как тенденция, ну а что нет, если пойти по каждому пункту, то издатели ну, всегда ожидают продолжение роста подписки. Другое дело, что они появляются новые инструменты для управления чернрейтом, уровнем отписки. И, кстати, очень забавный кейс мне недавно попался. Норвежская газета «Автонпост» использует машин learning для того, чтобы определять, какие подписчики, платные подписчики могут отвалиться в ближайшее время. И мало того, что они делают им спецпредложения, они еще выходят к ним с реальным общением. То есть человек из отдела продаж звонит подписчику и говорит, там, уважаемый подписчик, туда-сюда, значит, не желает ли вот, там, продолжить. То есть машин лернинг машин лернингом, а живое человеческое общение никто не отменял. И у них какой-то там совершенно невероятно низкий churn rate, что они удерживают там очень хорошо свою базу и можно, ну у меня посмотреть в канале, как устроена медиа, это один из последних кейсов, там какие-то очень высокие цифры удержания. То есть э, в бигдатах это хорошо, но человек лучше. Роль медиа в обществе убывает. И даже недавно мне попалась э, статистика, правда, по США. Доверие к медиа находится на, на 12 месте после государственных институтов, институтов власти, там, военных аппарата президента, каких-то социальных Учителей. институтов обучающих, вот только 18% американцев доверяет медиа. Но у нас похожи рынки, поэтому я думаю, что для нас. Где-то такая же статистика характерна. Ну, хотя, наверное, нельзя это утверждать. Последние два года менялось и медиапотребление, и отношение к медиа в России. Но я думаю, что роль медиа в обществе будет убывать в силу того, что медиа перестают быть медиа, а становятся инструментами донесения нужной картины мира. Рекомендации искусственного интеллекта используют... 67% издателей, я думаю, что процент увеличился, потому что рассылка в ифры вот это, и всех европейских новостных комьюнити, она пестрит только значит, словами искусственный интеллект, машин learning, веб-3 и вот это все, что занимает умы европейских, американских издателей, я думаю, что уже к рекомендациями искусственного интеллекта используют и прислушиваются. Не 67%, а там гораздо больше. Наверное, уже близко к 100. Команда разработчиков увлекается в создании продукта. Ну, это... У меня нет какого-то факт-чекинга этой информации. Я могу тут... У меня нет последних данных. Но то, что не журналисты, а продуктологи должны формировать исходный медиапродукт. Это мое глубокое убеждение и как это на этом и жизненный принцип. Но это опять же потому, что у меня нет журналистского бэкграунда. Журналисты, возможно, сказали бы по-другому. Можно ли получить какой-то э, профит, какую-то выгоду от э, вот этой вот новой технологической, ну ладно, не революции, а в таком мощном витке развития? Может ли пользу от этого получить небольшая редакция региональная, где, ну, как обычно, нет денег на э, все вот эти ваши эксперименты? Автонпост читают, ну да, вы, ну давайте 10 тысяч для ровного счета, пускай будет 10 тысяч платящих подписчиков. Вот у тебя есть база на 10 тысяч подписчиков. Что нужно, чтобы у нас заработала вот эта предикативная модель предсказания того, кто отпишется? Нужно разметить контент на сайте и нужно трекать каждое действие пользователя на сайте. И, соответственно, иметь некий черный ящик в виде нейронной модели которая определит значит какое какая совокупность действий пользователей на сайте приводит к отписке и значит пользователи которые совершают такие действия выгружать для того чтобы к ним напрямую обращаться стоит это ну разметка базы это одноразово делается то есть она ты ставишь скрипт который помещает помечает Каждый формат у тебя на сайте определенным тегом, и у тебя всегда это то есть автоматическим образом новый контент помечается этим тегом. Это делается одноразовая операция. Прикрутить эту нейронку, да, стоит каких-то денег. То есть вот это вот самое самое сложное, опять же. Здесь есть открытый API у многих э, генеративных моделей, и вы можете подключить там, ту, которая вам по карману, пусть она будет работать там, не знаю, на 10% хуже или на 20% хуже, чем какая-то собственная разработка. Вот для примера я скажу, я совсем не редакция, и я зарабатываю там ну, не безумные деньги, но э, на собственные деньги я делаю новый инструмент, который поможет журналистам и смм вести свои паблики во ВКонтакте. Это инструмент, который генерирует уникальные тексты, сам постит их в, в паблик. Угу. И это не безумные деньги. Это можно делать в рамках семейного бюджета. И уж если я могу делать такой инструмент в рамках семейного бюджета, наверное, в рамках редакционного бюджета тоже можно делать -то подобный инструмент. А помимо технологий, что-то еще серьезно влияет на успешность медиа. Мы говорим про Россию, мы говорим про 2024 год. Вот то, что касается доходов медиа, то мне кажется, что идет тренд на увеличение доходов, которые медиа получают в офлайне. И вот те примеры... Ну, те кейсы скажем так, которые мы видим у успешных медиа которые реализовали клубы, которые проводят продают аналитику там проводят конференции и так далее при достаточно крупном и э, качественном комьюнити хвост начинает вилять собакой и как мне говорили коллеги из этих медиа то есть даже если мы сейчас оставим одну один наш клуб и как бы, отрежем медиа уберем медиа представим что его нет, Клуб будет успешен, клуб будет э, с прибыльным, он будет на самоокупаемости, и, в общем, там медиа уже не нужно. Поэтому я думаю, что э, точка роста это офлайн-активности, точка роста доходности. Успешные кейсы, ну, и можно назвать это ZBL, успешный ZBL-клуб, это Клерк, успешный клуб, это Сноп, успешный клуб. Э, то есть сначала сформированная аудитория, которую потом переливают в офлайн и достаточно успешно им А если посмотреть на чуть более дальнюю перспективу, более стратегически, что, какие тренды будут развиваться, на ваш взгляд, вот, ну, не в перспективе двух лет, но хотя бы в перспективе десяти лет? У Сбера недавно была стратегия до 35 -го года, как-то, по-моему, так она называлась, 2035, что ли, стратегия. И один из слайдов меня зацепил, э, в общем-то, это уже расхожая стала фраза, что, значит, э, пройдет, произойдет расщепление общества на потребителей оффлайн и онлайн услуг, причем большая часть услуг будет потребляться онлайн, и это будет э, низовой сегмент, нижний и нижний сегмент потребительских услуг, самые, то, есть то, что мы называем масс-маркетом, самые дешевые, самые как бы некачественные услуги. И потребителями офлайн услуг останется выше так называемые элитные классы, и это будут самые качественные услуги. То есть, ну, вот этот сценарий матрицы, к сожалению, он реализуется. Когда я смотрю на усилия, которые и объемы средств, которые инвестируются в разработку VR-технологий, метавселенных, мне кажется, что да, индустрия и техно технологические гиганты в первую очередь сделают все, чтобы затащить максимальное количество аудитории в метаверсы, надеть на них очечки, наушнички, пальчики, значит, эти перчаточки, еще и дать им подышать каким-нибудь там этими специальными растворчиками, чтобы достичь там 7D. Мне кажется, что все равно ты, когда снимаешь с себя эти наушнички, если ты не взял газетку или там книжечку, ты, ты просто умрешь. Хотя я не знаю те а, люди, которые родились вот последние, скажем, 10 лет и у которых там гаджет был первой игрушкой, как бы, есть ли у них такая проблема? Может быть и нет. Алексей, вы можете на примере э, показать, рассказать, как меняется процесс работы, вот если мы используем какие-то нейросетевые инструменты. Как я веду свой канал, как устроены медиа. У меня раньше было открыто 50 вкладок, вот э, что происходит в паблик, э, как он там, вот News and Publishing, э, The New York Times, э, The New Yorker, вот э, там тех мемс и так далее, куча совершенно разных изданий, где попадается, могла попадаться информация про медиа или это специализированные источники, которые пишут про медиатехнологии. И каждый день мне приходилось заходить на все эти источники, это все англоязычные источники, смотреть, есть там что-то про медиа, про редактуру, про издательское дело или нету, откладывать эти статьи, потом читать их там где-то с помощью переводчика, где-то там на глаз. И это отнимало где-то двух, порядка двух часов времени. Теперь все эти источники загружены у меня в бот News, и указаны ключевые слова, по которым мне нужно приносить контент. И теперь, если я вижу, точнее, я нажимаю на кнопку и получаю перечень статей по нужным мне темам из источников, которые я сам указал, которых, которым я доверяю. Соответственно, у меня сейчас уходит меньше минуты на получение информационного среза по всей индустрии. Что произошло за последние 24 часа в, в сфере медиатехнологий, так скажем. Соответственно, это инструмент, который может упростить работу журналистам в любой среде, в любой сфере, не только журналистам, экспертам, ну, новостникам, там, специалистам, которые следят за своими отраслями. Опять же, если кто-то хочет получать Осознанно контент, он может забить себе там, свои там, 5, 10, 15, сколько угодно источников И не просто залипать в новостях, а получать новости осознанно там, я, там, С 12 до 13 я читаю новости, я нажал на кнопку в 12, получил подборку новостей, прочитал их И у меня нет залипания в источниках Вот у меня все источники англоязычные, и мы сделали прям саммари на русском по любому источнику я могу попросить summary на русском. И мне теперь приходится не читать источник, а видеть прям с краткое содержание на русском. Причем я сделал summary таким образом, чтобы он вытаскивал мне сразу э, всю фактуру, которая есть в исходном посте. Если это интересная фактура, я сразу делаю на основании этой фактуры пост. Инструмент открывает доступ к иноязычным сайтам для тех, кому некомфортно, неинтересно или лениво читать сайты на английском или любом другом языке. Соответственно, хоть там на испанском, хоть на китайском, вы получите, вы можете получить summary на русском, если нажмете кнопку «Сгенерировать саммари». Таких источников масса, на самом деле, не только про поиск информации, про там, результаты ресерчев, Чат-ГПТ может быстро собрать информацию там, и скомпилировать ее и, 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 там, в нужном ключе. Он может быстро отрерайтить. И у, уметь работать с такими ботами, с такими э, технологиями, это просто must-have. Вот здесь можно сделать оговорочку, что э, этот чат-ГПТ, почему он многим не нравится. Потому что это как бы... Знаете такая метафора зеркала, совмещенная с рупором. То есть он, вот ровно то, что ты в него транслируешь, он тебе возвращает, усиливает то, что ты транслируешь. Если ты транслируешь глупость или спросил глупость, он эту глупость масштабирует. Поэтому здесь, конечно, вот качество запроса, вот качество промпта, от того, как промпт сформулирован и как задано направление поиска, очень много зависит. Вот поэтому, когда ты ну, простите, херню спрашиваешь, тебе херню пишут, ну, ты такой, блин, да это же херня какая-то. Ну, да, конечно, херня. <свят> вот, в этом смысле эти инструменты кроют в себе опасность. Это довольно тонкие штуки, которые не отслеживаются. Плюс они еще галлюцинируют, это тоже нужно их проверять. То есть это ни в коем случае не самостоятельный инструмент, это, ну, не знаю, лопата, в которой ты можешь, ну, там что-то делать, а что-то ты не можешь делать лопатой, потому что она не для всего предназначена. Для меня разговоры с экспертами и специалистами по разным темам: это не получение информации: вот а как правильно, да, как нужно, куда следовать, и это не четкое. Нечеткое руководство к действию. Это скорее направление, в какую сторону подумать, о чем поразмышлять. Это часто такие вопросы, которые вызывают во мне интерес и любопытство и любознательность. Поэтому я бы посоветовала нашим зрителям, привет и подписчикам особенно, посмотреть на наш разговор с Алексеем именно с позиции какие мысли они у вас вызывают да? какое представление о медиа будущем э, у вас и обязательно поделитесь этим в комментариях я всегда читаю э, комменты отвечаю на них и если у нас завяжется там какая-то дискуссия о будущем, то совершенно не обязательно проводить ее только в январе. Весь год и все десятилетие впереди в нашем, нашем распоряжении. Поэтому давайте обсуждать будущее, давайте формулировать, чего мы хотим и чего мы не хотим. Давайте высказывать свое мнение и привлекать к этим разговорам различных экспертов. Если у вас есть идеи, с кем еще стоит поговорить о будущем медиа, напишите также в комментариях, мы организуем эту встречу и поговорим с, со специалистами. Ну все. Подписывайтесь на канал. Таких разговоров и всяких разных полезных видеоматериалов будет в этом году очень-очень много. Поэтому, чтобы не пропустить, подписка, колокольчик и телеграм-канал медиа там, где можно задать мне совершенно любой вопрос. Потому что канал называется «Спроси Силантьеву».